В этом году мероприятие собрало около 100 участников из различных музыкальных учреждений. Марафон начали музыканты ансамбля «Кантеле». Сказочная мелодия успокоила взволнованных участников и увлекла простых слушателей. Есть ли есть некая сфера, так сказать, увлечений или интересов, если не собирать этих людей вместе, не показывать их друг другу, интерес, ну, немножко как бы приглушается. И вот это наше большое собрание кантелистов всех вместе, мы подогреваем интерес к занятиям на инструменте кантели друг у друга. Ребята смотрят, как играют их сверстники, они смотрят и слушают, как играют более старшие опытные исполнители. И, конечно, вот этот интерес, он будет непременно все больше и больше возрастать. На марафоне звучали народные наигрыши, классические композиции, а также музыка из мультфильмов и кинофильмов. Нашлось место и современным авторским произведениям. Например, исполненным солистом Денисом Козловым под аккомпанемент ансамбля «Кантеле» пьесе «Водитель троллейбуса». Мелодия красочно изображает хаос городских звуков. Ограничений по возрасту и уровню мастерства на марафоне нет. Даже самые юные участники, воспитанники детского сада Луми Кела, на сцене выглядят уверенно и артистично. Многие участники, несмотря на возраст, имеют солидный опыт выступлений, которым делятся с начинающими. Мы выступали на многих площадках, не только в Карелии. Мы выступали в Москве, в Санкт-Петербурге, много где. Мы помогаем юным начинателям, которые только пришли в наш концертный состав. Горящие глаза участников не дают усомниться в достижении главной цели марафона – сохранении интереса к музыкальному символу Карелии – кантеле. Надежда Бушенева, Алексей Шошин, Владимир Будников, телеканал Сампо ТВ 360, специально для телеканала «Юрган».